Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о достаточно бюджетной, но в то же время качественной блесне от компании Spike. Моделька называется «Крокодил». Данная блесенка имеет модификацию 10-10 и весит она 21 грамм. Длина ее составляет 7 сантиметров. Версия блесны «Крокодил» в другой модификации есть, более легкая и, соответственно, поменьше по размеру. Данные блесны поставляются на картонных упаковочках. К сожалению, упаковка у меня не сохранилась. Брал я блесну очень давно. Сейчас я смотрел, блесенки немножечко подобновились в плане оснащения своего фурнитуры. Компания стала использовать крючки от фирмы VMC. Старые же крючочки выглядели таким вот образом. Имели желто-коричневый оттенок, но в то же время крючок очень и очень качественный. Довольно-таки острый, в принципе, нареканий абсолютно никаких он у меня не вызывал. Я и как бы не планировал его менять. Ну, конечно же, от компании VMC крючки будут уже более интересные. Они, если не ошибаюсь, идут с оттенком таким Black Chrome. Это новое оснащение уже. Сама блесна имеет такую вот форму лепесточка. Оснащена она довольно качественными заводными колечками. Расцветок в данной линейке крокодила именно в этих модификациях не столь много. Имеется две блесны с глянцевым таким отливом, то есть хром и желтенькое золото, если не ошибаюсь. И есть вот в таком вот ближе к матовому цвету желтая блесенка, а также есть белая блесна тоже в таком вот матоватом исполнении, то есть не сильно бликующая на солнце. Вот данное исполнение мне, если честно, больше нравится, чем хром. Ну и это мое личное, скажем, мнение и личные предпочтения. Блесна довольно интересная, она, если честно, изготовлена немножко необычно по сравнению с другими блеснами, которые я встречал. Не скажу, что за покрытие, но щука своими зубами данные блесна как бы довольно-таки ощутимо царапает. Эта блесна у меня уже не первая, данная моделька тоже от компании Spike была также белая у меня и тоже желтая, к сожалению, их поотрывал на реке. То есть, когда щука клюет у нас, через какое-то время краска немножко начинает как бы слезать, и внутри блесенка имеет какое-то черное покрытие. То есть, к сожалению, не скажу, информации у меня нет, из какого материала сделана данная блесна. Кстати, можно видеть, где заднее заводное колечко, вот где краска сбилась. Вот, имеет такой черный цвет блесна. Ну, это абсолютно не критично. Чтобы блесна облезла, это, ну, большое количество, конечно, щуки нужно поймать. То есть за это переживать можно не переживать. После первой, второй щуки это все не слезет. За это можете не беспокоиться. Блесенка летит довольно отлично. У данной модельки именно игра вообще великолепная, очень классно отработала она у меня по реке, соответственно, с течением данная блесна за счет веса в 20 грамм по течению и перпендикулярно, соответственно, блесну проводить довольно-таки удобно на прудах. Также на стоячих водоемах данная блесна отлично работает. Река у нас не глубокая, поэтому течение плюс вес блесны, в принципе, довольно-таки комфортно было рыбалить. Не сильно ее на поверхность выносит и идет в довольно-таки комфортном, как по мне, горизонте, где-то до 1 метра. Но опять же, в зависимости от скорости проводки. Однозначно могу смело порекомендовать данную блесну. Стоит недорого. Очень отличная игра у данной блесенки. Опять же, если брать хищника, на которого применять данную блесну, такого хищника, как щука. По окуню, окунь на данную блесну, если честно, вообще ни разу даже и не попался. Не знаю, с чем связано. Бывают, периодически попадаются, конечно, на колебалки окушки, скажем так, в прилове. Но на эту блесну окунь ни разу не радовал. В основном, конечно же, все это щука.
Стоит копейки, качество довольно неплохое, особенно если учесть нынешнее переоснащение в плане фурнитуры. Колечки, если не ошибаюсь, немножко другие стоят. И крючки от компании VMC, то есть крючки более уже качественные установлены и за вполне скромный ценник. Данную блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод на скидку до 20%. Промокод «Рыбалка34». Промокод действует на многие бренды, которые представлены в ассортименте данного магазина. Всем, кому видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.